Коллеги, привет! Меня зовут Максим Кузнецов. На данный момент мне 21 год. Занимаюсь торгами по банкротству около 2 лет. За все время практики выкупил лотов более чем на 8 миллионов. Из них прибыли порядка 3 миллионов. Мой самый последний лот – автомобиль для личного пользования Chrysler 300C. Взяли за 240 тысяч рублей. Цена ниже рынка приблизительно в 2,5 раза. Получилось все совершенно спонтанно, случайно. Брат мониторил рынок легковых автомобилей и наткнулся на такой автомобиль, как Chrysler. Автомобиль не слишком популярный, и вот это его и заинтересовало. Тем более он побывал в аварии, что еще больше отсеивало количество людей, которые могли бы заинтересоваться им. И за счет этого цена упала значительно ниже рынка. Автомобиль находился в городе Тверь. Первый раз вообще за всю мою практику столкнулся с таким случаем, что сам должник все рассказал про автомобиль, показал, помог его завести, очистить от снега, рассказал все, что с ним было. Посовещавшись с братом, оплатили задаток и подали заявку на участие в публичном приложении. Оказались единственными участниками на торгах. По закону о банкротстве торги признались несостоявшимися, и конкурсный управляющий предложил нам заключить договор купли-продажи. Вывод какой хочу сделать. Даже на таком перенасыщенном рынке, как легковые автомобили, всегда можно найти вариант, на котором не будет конкуренции. Поэтому, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Не бойтесь участвовать в торгах. Встретимся в НААП. С вами был Максим Кузнецов. До скорых встреч.